Всем привет, друзья! Собрались мы купорить томат. Приготовила я баночки, вот помыла. Сейчас буду их стерилизовать. Поставила. Сейчас простерилизую. У меня здесь получается сколько? 16 баночек. Ну, посмотрим, сколько будет томата. Я еще пока не знаю. Ну, приготовила. Вот. Поставила. Сейчас покажу вам. Вот. Стерилизовать поставила баночку. Вот так я ее стерилизую. Ну, кто-то стерилизует в духовке, кто-то в микроволновке. Я по старинке стерилизую вот так. Вот. Тут у меня варенье кипит. Вот. Так что сейчас будем помидорами заниматься, томатом. Идет переработка помидор. Муж тут перерабатывает, режет. Сейчас переработаем. Вот такие помидорчики брала на рынке. Сейчас покажу. Вот они тут разные, конечно. На томат чисто разные. Вот. Обрезать тут надо. Вот такие помидорчики по 25 рублей. Ну, тут в основном розовые. 25 рублей. Вот такая вот помидора. Вот такая красота. Вот, так что сейчас переработаем. Ну и я буду крутить. Вот что у нас получилось. Ну, это еще не все. Перекрутила часть. Сейчас еще перекручу, чтобы полный таз был. Может быть, влезет в один таз. А может быть, придется, конечно, еще потом делать заход. Ну, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы в один влез. Сейчас еще докручу. И потом поставим варить его. Вот, друзья, смотрите, перекрутила томат. Получился целый огромнейший таз. Большой. У меня было где-то, наверное, килограмм 16 помидор. Ну, там обрезки всякие ушло. Вот, ну, может быть, не знаю, ну, килограмм, может быть, ушел или даже больше чуть-чуть. Вот, и вот я вылила все в сюда. Поставила варить. Вот уже пошла пена. Вот. Теперь главное, чтобы он не выкипал. Он прям до краев наполнен. Вот. Сейчас будем варить. Сейчас я его посолю. Ну так, не знаю. Ну, может быть, ложки 3, наверное, столовые брошу сюда соли. Вот, посолю и буду варить. Буду смотреть уже. Кто-то варит долго, кто-то варит недолго. Ну, посмотрим. Сейчас закипит, но может минут 15. Я его проварю после кипения. Вот, ну и все. Потом вот в эти баночки я залью его. Ну и все. И дальше покажу вам. Все, томат готов. Правда, варился он не 15 минут, а варился, наверное, где-то полчаса. Вот, смотрите, такая, ну, вот, муж мешает. Подними вот так, покажи. Видите, какой получается. Полностью готов, пены никакой нет. Сейчас будем закрывать в баночке. Вот, баночки закрываем. Смотрите, литровые. Налила, сейчас муж будет закручивать. Вот столько баночек у нас получилось. Смотрите, вот литровые. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать баночек литровых. Сейчас мы их укутаем под одеялко. И все. И пусть стоят себе. Все, друзья, на этом мое видео заканчивается. Фух, устали сегодня. Так что всем пока-пока.